Ежедневное построение, зарядка, военная форма и четкий распорядок дня на несколько лет станут привычными для десятков мальчишек. Для них 1 сентября на плацу Ульяновского гвардейского суворовского училища прозвучала совсем не школьная команда «Приступить к занятиям». Позади серьезные вступительные испытания, впереди новые задачи. Сегодня же суворовцы принимают поздравления. Традиционно в День знаний в торжественной обстановке новички получили свои гвардейские знаки и удостоверения курсантов. На торжественную линейку приехал губернатор Сергей Морозов и лично поздравил будущих защитников Родины с началом учебного года. Сегодня вы вступаете в новый и очень важный этап вашей жизни. Вы принимаете на себя огромную ответственность, потому что теперь ни телом, ни словом не можете и не имеете права запятнать, уронить честь российского кадета. После торжественной церемонии вручения знаков в присутствии родственников, педагогов и однокашников ребята дали клятву нести высокое звание суворовцев. Теперь юные кадеты будут учиться и жить по гвардейским законам. Я желаю им хорошей учебы, и чтобы у них все было хорошо в жизни, и чтобы они доросли до генералов. Я хочу пожелать им хорошей учебы, отличных оценок и чтобы дисциплина хорошая была. Теплое объятие, поздравления родителей и долгожданный первый звонок. А впереди у курсантов тяжелый, но интересный и насыщенный учебный год. Дарья Судрева, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.